Доброе утро, я Владимир Соловьев. Кадыров считает, что никто из находящихся в Москве не понимает о том, что реально происходит в Чечне. Также он убежден, что война – это очень хороший бизнес для обоих воюющих сторон. И готов уступить свое место, но уверен, что кроме него никто с задачей не справится. Сегодня мы завтракаем с главой Временной администрации Чечни Ахмадом Кадыровым. Доброе утро, господин Кадыров. Доброе утро. В Чечне опять очень и очень неспокойно. Была ли связана ситуация в Чечне с вашим визитом и приемом у президента России? Встречу я попросил самого президента, чтобы еще раз сказать о своем видении происходящем в республике и в политическом направлении, и ведении операции, контртеррористической операции, которая так называется у нас. Вопросов очень много было, которые мы затрагивали. Долго говорили? Ну, где-то полтора часа я занял время президента. Очень часто говорят о том, что вот, может быть, Кадыров не тот человек, но президент всегда очень жестко подтверждает выданный вам мандат. А доверие президента, она не утратила никакие центы с него, он как мне верил, поверил, он так и верит. И я это доверие никогда не потеряю. А то, что говорят там, Кадыров может быть не тот или он тот, это те, которые не хотят стабильности ни в России, тем более в Чечне. Ну, вы знаете этих людей? Знаю. И кто они? Партии войны. Вот кто они? Но они с вами те, общаются? Которые развязали войну, те, которые продолжают его. Значит ли это, что у них по-прежнему есть ход в Кремль? Хотя прямой, если ход нет, но доступ точно есть. Кого из личностей вы относите к этой партии войны? Я не буду называть никого. Это каждый знает. И они знают, и мы знаем. Так что давайте я не отвечу на такой вопрос. Почему сейчас Чечня опять полыхнула? Первая, значит, встреча, которая произошла с Закаевым в Лихтенштейне. Вот, поехали туда депутат наш от Чечни, который Аслаханов, который ни у кого не спросил, нужно ли это Чечне, ни в администрации, ни в правительстве, ни с одной главой района. У нас есть полная структура власти, ни у кого не спросил. И после этого началась активность. Это чтобы еще раз показать миру, что они есть. Это всегда у них вот так и бывает. Вот раньше было, вот когда Закаев встретился с Казанцевым, тоже такой же был всплеск, и также вот ребята молодые начали уходить в их группы, думая, что вот начнутся переговоры сейчас, и войска выведутся, чтобы, как говорится, быть в строю. Я и тогда Казанцев говорил, что я не вижу перспективы, но он мне убеждал, что это просто какой-то контакт, не переговоры. Я говорю, им только нужен вот этот контакт, отметиться, что была встреча. Вот а зачем им нужна эта встреча? Им это нужно, чтобы потом пропагандировать. После этого встреча с Закаевым, аудиокассету, которую выпустил Масхадов, я передал в региональный штаб руководителю штаба Ишкову Анатолию Павловичу, где он агитирует людей. Вот идут переговоры. Это не такие переговоры, которые показывают средства массовой информации. Там международные наблюдатели были. 3 часа, нашли переговоры. Вот они продолжаются. И вот этим он, значит, замаливает людей. Они потом думают, что будет повторение 96-го года. Вот с такими надеждами, запутывая людей, он сохраняется. Ну, выглядит, согласитесь, достаточно странно. Мощная группировка прорывается с территории Грузии. В тот же самый момент, буквально неделю раньше, захват телевизионной станции, выход в эфир с обращением Масхадова. После этого рассылается кассета, при том, как говорят чеченцы, живущие за пределами Чеченской республики, кассета, которой приходится прислушиваться, потому что не на русском записано, а обращается на чеченском к чеченцам. И по большому счету говорит о начале гражданской войны, что любой чеченец, находящийся на территории России, должен сейчас определиться. И кто против, будет отстрелян. Ну, во-первых, насчет захвата телевидения на Терешном районе, никакого захвата не было. Я не знаю, кто откуда это взял. А вот эти группы, которая сегодня якобы прорвалась, она не прорывалась, а с боем где-то она потихоньку пришла. Это, я считаю, опять те,
которые развязали войну, помогают им сегодня. И очень хорошо у них это получается. Иначе, если даже поверить сведениям, которые мы слышали, там 250 до 300 человек, да если даже до 100 человек, 100 вооруженных людей до зубов, там крупное оружие, значит, это большая масса. Это не просто в спортивной форме в кетах побежал через лесной массив. Они не так вот пришли. Они отдыхали, перевалы делали. Потом мы узнаем, что они были в Осетинском селе Тарки. Сейчас они якобы сейчас сюда пойдут. Вот. У нас есть вся информация, и где-то почему-то мы не дорабатываем. Вот тут надо искать ответ. А может быть, не предательство ли это? Чье? Те, которые должны были бы закрыть все, как они смогли пройти. И что потом говорит, что якобы на вертолетах. Грузины, значит, их перебрасывали, Гилаев платил по 5 тысяч долларов за рейс, ну как рейсовые автобусы. Тоже непонятно. Может быть, как раз опять повторяется сценарий, когда сначала вторгаются в Дагестан, начинается Вторая Чеченская война, может быть, сейчас это попытка со стороны боевиков развязать крупномасштабную войну на Кавказе между Россией и Грузией. Если они перешли, они же не одну границу перешли, они, если, ну, грузины хорошо не смогли. Тут же есть и наши границы, которые якобы плотно охраняется, эту тоже границу перешли. Так что винит грузин, да, есть у них абсолютная вина. Я еще 2 года, даже 2.5 года раньше говорил, когда туда уже эти боевики ушли, что Шеварднадзе не знает, кто они такие. И потом он будет очень долго расплачиваться за это. А сколько этих людей? Каких? Которые там находятся в Панкисском участке? Я не знаю. Я в Панкисе не был. Но они вот вышли в Страсбург с письмом, с призывом, под которым подписалось 8 тысяч человек. Ну, 8 тысяч это немного, там много беженцев. Это не означает, что они боевики. Если там было, это самое больше 150-200 людей с оружием. Это по моей информации, которая, значит, мне ребята непосредственно близкие Гилаеву, которые были с ним, а потом ушли от него. Увидел, что он тоже связался с теми так называемыми ваххабитами, называя их братьями. Хотя в свое время он тоже был где-то против них. А разве сейчас это еще играет хоть какое-то значение? По-моему, война уже перешла совсем в другую стадию. Стала войной кровников, войной финансовых интересов. Она и была изначально финансовая. И первая, и это. И первая, и вторая. Любая война, как уже на себе мы уже испытываем эту войну. Раньше, если мы только в кино видели войну, то теперь 10 лет она у нас продолжается. Война – это хороший бизнес, где нельзя ни за что зацепиться, никакие, значит, счетные палаты не можешь проверить. Это хороший бизнес для обоих воюющих сторон? Да, для обоих, но только не для народа. Для обоих. Для Масхадова насколько это выгодный бизнес? Ну, во-первых, семья Масхадова ничем не пострадала. Он ни один гвоздь не потерял даже своего хозяйства. Он в самом начале все у себя вывез. Семья у него, значит, обеспечена. Живет очень богатой в стране, вы знаете, в Малайзии. Вот. И, во-вторых, он еще тоже охраняется, объект. Я никак не пойму. Охраняется кем? Ну, те, которые должны были ловить по его. Я так допускаю, потому что 86-тысячная армия, было 100 тысяч, может быть, еще больше было. Маленькая территория Чечни, свободное перемещение, вот вы, как сказали, выходы в эфиры, при нашей совершенстве техники, значит, как это мы можем якобы с космоса увидеть иглу где-то в траве, а тут мы их не видим. Вот я своим убеждением думаю, что да, кому-то это надо продолжение войны. С ними заигрываются. И один из вопросов, который я ставлю всегда, чтобы никто с ними не заигрывался, никакие контакты, встречи, надежды им нельзя давать. Этим они потом мутят людей. А люди не верят ни во что сейчас. А где сейчас Масхадов, вы знаете? Масхадов в Чечне. То есть известно точно место, да. Село? Если точно село было бы известно, я бы его взял бы сам. Вернее, мои ребята взяли бы его, как бы его ни охраняли. Но примерное местонахождение в основном у него на Жиртовский район. То есть они, получается, контролируют этот район? Нет. Они ни один район, ни один село не контролируют.
так и не контролируем мы тоже от них. Они везде. Вот сказать, тут их нет, а тут они есть, нельзя. Они везде. В любом селе, значит, там замаскированы, значит, он получил, если надо было поменять ему новый паспорт, он новый паспорт получил. Где-то, может быть, устроился на работу. Он нормально, как гражданин, живет, и в любое время может где-то, значит, фугас поставить, где-то главу села убить, имама убить. Где-то им это надо. Иначе деньги тоже не будут так просто даваться. А кто дает деньги? Исламские фонды, которые открыты везде, в богатых странах арабских, в том числе и в Саудовской Аравии, когда во время паломничества там открыты были, говорит, сундуки, где написано, значит, пожертвования для джихада Чечне. И реклама постоянно на телевизоре, значит, в каждом коридоре в подъезде, значит, а во время паломничества там миллионы, не тысячи, сотни, а миллионы мусульман. И показывали, говорит, там фильмы, там ужасы над детьми, женщинами. Действительно, такие факты тоже есть, нельзя отрицать. Мы делаем так. Чеченскими детьми со стороны федеральных войск? Да, не только детьми, и населением. Об этом я всегда говорю, и вчера с президентом тоже я об этом говорил. Вот. Это мы делаем сами. Я имею в виду структуры все, которые сегодня работают в Чечне. И силовые структуры, и остальные, за исключением той стороны воюющей. Я это имею в виду. Если я правильно понимаю, то кроме международной поддержки, у них мощный политический ресурс. Если на границе пропускают банды, кому-то это выгодно, если спецслужбы не выполняют свои непосредственные задачи по уничтожению Масхадова и Басаева, по розыску других бандитов, объявленных в федеральный розыск. Спецслужбы не выполняют или войска ничего там не сделали, это неправильно. Там сделано очень много. Но сегодня то, что делают, сегодня это только мешает. Мешает тому, чтобы люди повернулись к нам. Повернулись с доверием к Москве, скажем так, к центру, к властям российским, что действительно туда пришли спасти этот народ. Потому что ненужные зачистки сегодня, я об этом тоже очень сильно сказал с президентом, чтобы зачистки вообще у нас не были. Он это даже отметил и сказал, зачистки абсолютно не нужны сейчас. А кто проталкивает зачистки? Ну, кто проталкивает? Якобы где-то оперативная информация, что где-то... А кто принимает решение? Кто подписывает приказ о проведении зачистки? Вы с ним говорили? Как же. Не только с ним, со всеми. И что они говорят? Ну вот последний, если взять пример, в Кварчеловском районе была зачистка. Это было с 3 сентября. Она проходила там 6-7 дней. Вот. Я туда сам выезжал по многочисленным жалобам. И я посмотрел там, я спросил, с чем связана вот эта зачистка. Якобы информация, что сюда Читигов, бандит со своими бандой, 23 человека... Всего пришли. Я говорю, ну хоть одного поймали, не поймали. А всего, значит, перевернули. Мы потеряли там 8 человек, мирных граждан. Вот после этого как... Что значит делали? Потеряли? Ну забрали, пока этих людей я ищу. Подождите, то есть федеральные власти, 8 граждан России, забрали, нет ни записи, ни документов, то есть они растворились? Растворились. У нас в Чечне очень много растворилось за 10 лет. Вас впрямую недавно стали обвинять в том, что у вас своя маленькая армия, маленькая спецслужба, собственная тюрьма. Да. И те, которые были в Чечне, говорят, что такая ситуация практически у любого главы небольшого района, села, есть собственная служба охраны, есть собственная тюрьма. Если это было бы у каждого, было бы хорошо. К сожалению, нет этого. А то, что Политковская там... за 10 рублей написала статью, что у меня несколько сот вооруженных бандитов, у меня тюрьма. Так просто вопрос задается, а куда смотрят службы, которые должны бороться против этого, чтобы Кадыров не воровал людей, чтобы он, чтобы Кадыров-младший не судил их своим судом. Так если это факт, куда смотрят службы тогда? Если такого было бы, то они мне небо не дали бы, потому что отношение к Кадырову, она очень такая напряженная. Единственная поддержка у Кадырова – это президент, который верит, и ничего, значит, его не переубедило. Все эти записки, все эти
остальные дела. А записки от кого идут? Ну, очень много есть, которые тоже верят всем сплетням и пишут, что вот Кадыров про Масадовское, сколько писали, я знаю, что у Кадырова, значит, банда, что это. А нет. Сергей Иванов с вами встречается? Да. Он вас поддерживает? Я не скажу, что не поддерживает. Я больше встречаюсь с Квашниным Анатолием Васильевичем. И что говорит Анатолий Васильевич? Много, ты не обращай внимания на это. Я просто хочу понять, вот каждый раз мы говорим о персоналях, они все вас поддерживают. Угу. То есть на высшем политическом уровне у вас стопроцентная поддержка. И в то же самое время постоянно идут речи о том, что Кадыров не тот, угу. Кадыров бандит, в окружении Кадырова люди, запятнавшие себе службы в банформированиях, похищением людей. Где правда? Да. Кто играет против Кадырова? Я скажу. Это в основном чеченцы, московские, которые имеют где-то какие-то свои связи и в ФСБ, и в администрации, и в других структурах, имея свои связи, значит, они потихоньку капают, преподносят и говорят, вот если я пойду, будет все хорошо, а вот Кадыров, он, у него маска, он такой. А эти люди, которые говорят об этом, они там 3 дня не будут жить, как Кадыров там живет со своей семьей. У меня большая и небольшая семья, но она вся дома у меня, в селе. Я никуда не вывез его. Хотя мне президент, когда меня назначил, предложил, давай всех твоих вывезем, куда ты скажешь. И пока закончится все это, там будут все условия, я сказал, нет. Я бы перед людьми не разговаривал бы, я не имел бы морального права, говорить о чем-то с ними. Также и Масхаду не имеет это права, если он призывает пацанов на войну, так где его сын? Так ваш-то сын чем сейчас реально занимается? Мой сын с 94 года с оружием в руках. Защищает правду, на которой он стоит. Сегодня он охраняет главу администрации Чеченской Республики. Вам часто угрожают? Ну, мне в лицо никто никогда не угрожал. Если в лицо кто-то сказал бы, там уже можно было намерить. А так, угроза есть, охота идет. Но также я тоже стараюсь тоже не дремать. Значит, у меня охрана 60 человек. 60 человек. Они все оформлены у нас в милиции. Никакой, значит, другой сказки, басни, которые... Достаточно? Я бы предпочел бы 600. Или 6 тысяч. Или 60 тысяч. Можем остановиться чем на количестве больше чеченцев, живущих на да. территории России. А если все, еще хорошо. Чтобы, значит, каждый занимался порядком. Чтобы каждый... А кто будет урожай занимался. Собирать? Кто делом, будет детей? Я учить? Говорю, чтобы каждый делом занимался. Не обязательно, но с оружием. Чтобы каждый занимался делом. Вот когда их займем мы делом, дадим им работу, кончится война. Если мы начнем выдавать компенсацию по утерянному имуществу и жилья за эту кампанию, скажем, если можно так сказать, за эту войну. Все, война закончилась. Люди начнут строить. Ну, здесь вы сами сказали до этого, что война это слишком выгодный бизнес, чтобы так просто его закончить. Да. Правильно ли я понимаю, что ваше место кажется многим столь сладким, потому что на нем реально можно порулить финансовыми потоками? Ну, зачем, например, московскому чеченцу Малику Сайдулаеву против вас интриговать и пытаться сесть в ваше кресло? Ну, я думаю, что эти люди в реале не знают происходящего в Чечне. Они там не живут. Они там не живут. Я никогда, будучи на их месте, не старался туда идти на первую роль. Не старался бы. Зачем подставлять себя, когда ты живешь спокойно, когда у тебя все есть. Если хочешь помочь, помоги. Хотя бы в своем селе, откуда ты вышел. Построй там хотя бы школу, интернет, там, больницу, поликлинику, что-нибудь, или какой-то маленький спортзал, если хочешь помочь, если у тебя есть возможности. А вот все хотят рулить. А если говорить о каких-то финансовых, значит, возможностях, я не распоряжаюсь финансами. Распорядитель мой зам, председатель правительства Ильясов Станислав Валентинович. Так что Кадыров ни с нефтью, ни с деньгами не связан. Так что нету, значит, нефти, которую я мог бы продавать, как говорят. Роснефть занимается нефтью. Выступил с очень неожиданной инициативой Евгений Максимович Примаков. Какая?
он предложил свой план урегулирования чеченской проблемы, где, в частности, говорит о необходимости единоначалия, говорит о необходимости достоверной информации и о том, то есть там план больше, чем эти предложения, о том, что необходимо вести переговоры с теми, кто реально владеет ситуацией в Чечне. А кто владеет? Он знает, Примаков, кто владеет ситуацией республики. То есть вы слышали о его плане? Нет. Очень много планов выдвигают люди, которые не знают реальной ситуации республики. В том числе и чеченцы. Есть, говорят, какой-то хасбулатовский план. Там Малик объявил какой-то гонорар, кто придумает хороший план. А спросили они сегодняшней власти, которая сегодня рискуя жизнью, работает-то. У вас есть какой-нибудь план по урегулированию вот этой ситуации? У нас спросили они? Не спрашивая у нас, зачем за нас решать? А президент у вас спросил, какой есть план? Ну, какой план урегулирования, такого вопроса не было, но по созданию, значит, МВД, какое у тебя видение с войсками, что делать, как быть, как ты считаешь, такой вопрос для меня неожиданно задал. И я сказал, если мы создадим это, если там нету, в октябре у нас будет создано министерство, я сказал, полноценное министерство будет создано, это 12 тысяч людей, все тогда войска должны выведены, те, которые должны выйти. А те, которые будут на постоянной основе оставаться, они должны быть расквартированы, чтобы они не создавали пейзаж или атмосферу, в которой люди их, вот эти вот лязгания, гусеницы, бронетехники, и несущие вот этих КАМАЗов, военных, Уралов, уже надоело все это. Вы говорите, что боевики растворены среди мирного населения Чечни. То есть что, надо будет детекторы лжи ставить? Отпечатки пальцев проверять? Нет. Вводить собственные внутренние чрезвычайную комиссию? Нет. А как? Я знаю как. Должны быть честные люди на службе. Это милиция. Честные. То есть они будут определять, кто хороший, кто плохой? Нет. Все знают, в каждом селе кто есть. Село – это село. В селе ничего не утаишь. В каждом селе, значит, люди знают, кто связан с войной. Хорошо, и кто плохой, вы его будете арестовывать? Неплохой. Судить? Что с ним делать? Неплохой. Тот, который, значит, спрятал под, скажем, койку автомат и ждет, пока его надо вытащить. Вот таких пришли, постучали, тук-тук-тук, иди сюда. Повели, значит, пожалуйста. А куда его везти-то? Суд, милицию. Куда везти его? Ну их получается сколько? Треть населения, четверть Почему? Населения? Нет, их немного. Их очень мало. Если было бы их треть населения или четверть населения, тогда была бы там ситуация другая. Если я правильно понимаю, если дать вам возможность создать структуру, называемую МВД, и дать право чистить Чечню от бандитов, то вы установите в Чечне мир. Нет, почему я должен там? МВД, если это структура, которая создается, но она кому будет не я назначаю, она подчиняется Министерству внутренних дел здесь. Но вы же сказали, что человек здесь не может определить, что делать в Чечне, он не знает реально картину. Нет, видите, сейчас есть такой новый указ. Вы об этом, наверное, знаете тоже, что назначение министра внутренних дел, он не согласовывается с губернатором там или с руководителями. Широкомасштабная война в Чечне будет сейчас или нет? Не будет. Если мы сами не придумаем что-то другое, нету таких сил, чтобы была широкомасштабная. Если бы вовремя пресекли бы проход от этой, вот, этой группы, то тоже бы ничего не было. Если бы вовремя закрыли бы Басаеву дорогу в Дагестан, тоже ничего не было бы. Но эти дороги были всегда открыты для любых таких вылазок. Кто их открывает, эти дороги? Масхадов обещает террор в московских городах, направленный против чеченского бизнеса. Блеф. Это Масхадов ничего не сможет сделать. Никогда в Первую войну Жахар Дудаев ни одного, значит, не разжаловал из своей, скажем, вооруженных сил. А Масхадов целый список. Вот он этого разжаловал, того разжаловал. Гилаева, который, значит, якобы командует этой группой, он разжаловал до рядового, и я читал это, копию его указа, и запрещаю защищать Родину. А кто из них Родину защищает? Они себя защищают. Возможно ли установить порядок в Чечне, пока там нет единоначалия? Оно есть. Единоначалие есть, это Кадыров. Другого я не вижу сегодня. Если кто говорит что-то, можно просто спросить, а что он делал вчера?
Что он делал вчера? Что он делал в 96-м конце, 7-м, 8-м, 9-м годах, когда Кадыров против этих всех один выступал и воевал. И убивали меня, а не их. Они вот с танками потом объявились. Вот мы, отцы ваши, приехали. Нет. Это любители. Это любители. А там должны быть профессионалы и люди, которые через себя все это пропустили. Я никуда в Чечне не уезжал и не собираюсь уезжать. Мне скучно в другом месте. Я живу в селе с 1957 года. Никогда в город меня не тянет. Спасибо, Ахмат Хаджи. Пожалуйста.